в Пакистане совершено вооруженное нападение на территорию университета в городе Чарсадда. Есть убитые и раненые. По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны взрывы. К университету сейчас стягиваются сотрудники силовых ведомств страны. В общей сложности в учебном заведении обучается около 3000 студентов. Напомню, в декабре 2014-го вооруженные люди напали на военное училище в Пешаваре. Экстремисты взяли заложников. Тогда погибли около 150 человек.